Если вы любите кошек, то вам точно понравится выставка «Чужая душа Потемкина», ну а кошачья тем более. На ней свои работы представила художница Любовь Желуницына. На каждой картине, а их порядка 50, изображены очаровательные кошки и коты в разных образах, ситуациях и даже в шляпах. Почему кошки? А потому что видно, я давно шла к этой выставке из-за того, что нужно и детям, и взрослым. И вот эти пушистики, видно, связывают детство. Получается, что мы как-то переходим с этого состояния, да, во взрослость. И при том это доступно, это будет интересно и взрослым, и детям эта выставка, добавок ко всему. Свои картины с кошками художница выставляет впервые. Рисовать этих пушистых созданий она начала более 3 лет назад. Вместе с художественным руководителем Дома культуры Правдинский Любовь долго думала, какую выставку сделать. Работ у нее много. Рисует не только кошек, есть и море, и цветы, и природа, и даже графика. Но кошки зацепили больше всего. Это называется картина «Покровительница кошек и их хозяев». Она одна такая единственная, эта картина, просто с кошками. Именно иконы больше нет. Это одна. Вот. Многие у нас заказывают ее, потому что даже не знают, что она такая существует. И идет интерес к ней, потому что необычное письмо и необычное сочетание вот этих вот именно животных и людей, что вообще-то не свойственно всем иконам. На выставке работы выполнены в разных техниках. Здесь есть графика, гуашь, масло и пластилин. Можно найти и даже картины-головоломки. И вот в этих картинах, во всех, они совершенно все разные. Где-то нужно найти птиц, допустим, да? Это не в зависимости от того, что глаза, посчитать, сколько глаз, столько птиц. А на каждую птичку там идет 2-3 птички, на каждый глаз, вернее, идет 2-3 птички. Вот. И тогда, получается, можно даже с детьми играть. Кто больше найдет птиц, кто больше найдет рыб, да, вот на этой картинке, кто больше найдет этих мышей, да. Или вот здесь вот кто больше найдет шаров, шарики вот эти воздушные. Здесь. И из этого складывается интерес детям и к творчеству, да, и к картинам. Выставка «Чужая душа Потемкина», ну а кошачья тем более, это уже третья в творческом сезоне. Перед ней в ДК «Правдинский» свои работы представили сразу 19 членов Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья. Любовь тоже член этого союза, а также она член Международного фонда художников и Ассоциации художников-педагогов. Выставка продлится у нас месяц, всегда у нас экспозиция по месяцам выставляется. Сегодня у нас мастер-класс бесплатный у Любови Тимофеевны. И что могу сказать, на этом наше творчество не заканчивается. Сотрудничество, потому что Любовь Тимофеевна будет у нас вести и за студию. И мы объявляем набор взрослых детей в за студию под руководством Любови, нашей замечательной художницы-мастерицы. На открытии выставки присутствовал и настоящий кот. Его зовут Шоколад. Он привлекал внимание детей так же, как и его братья на картинах. Выставка будет работать до 12 декабря. Приходите в Дом культуры Правдинский и познакомитесь с каждой картиной. Все кошки тут, ну, очень очаровательные. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.